Продолжаем читать книгу Пророка Иремии и снова обращаемся к его обличительным словам. В прошлый раз мы читали практически целиком вторую главу книги Пророка Иремии. И читать снова мы ее не будем, но там, напомню, есть такие слова о том, что обличая их за то, что они забыли Бога, он, между прочим, говорит, что в 11 стихе «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь этому небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Почему это другие народы не отвергли, не поменяли своих богов? Ведь это правда, что все народы, окружающие Иудею, они сохраняют веру своим богам, сохраняли бы до сего дня, если бы не пришли либо христиане, либо арабы и не разрушили эту веру некоторые религии, некоторые верования у некоторых народов существуют тысячи лет, и никто никому в голову не приходило отменять. Пусть они стали поборниками современной цивилизации и ездят на машинах, и пользуются гаджетами разными, и проводят время у компьютеров, тем не менее они продолжают ходить к своим богам. Продолжает, пусть там не всерьез этому веру, но как-то какой-то религиозный трепет являть к тем богам, которым 3, 4, 5 тысяч лет назад день в Юго-Восточной Азии поклонялись их предки. Почему никто не поменял своих богов? Да, может прийти э, атеизм, могут прийти э, мусульмане могут прийти христиане, но когда возвращается человек к вере в единого Бога, но до, до этого люди сохраняли свою веру, кое-где сохраняется сейчас на протяжении тысяч лет, а Израиль не мог сделать это на протяжении всего лишь там нескольких сотен лет, и эти сотни лет он как-то волей-неволей возвращался к своему Богу только потому, что Бог его силой возвращал к себе, постоянно наказывая его за отступление, но ведь никто не наказывает за отступление от какого-нибудь догона, от какого-нибудь Асириса, вот, от каких-нибудь так восточных азиатских божеств, как веровали, так и верят, ну, они, их не за что наказывать, и никогда они не отступали от своих богов. Почему же Израиль единственный народ на земле, который, будучи имея веру в своего бога, и имея, скажем, храм своему богу, и имея какое-то учение о своем боге, постоянно норовил от этого учения отказаться? Это единственный народ на земле, который э, в религиозную эпоху всеми силами хотел поменять свою религию и пойти вслед богов языческих. Никакие народы этого не делали, почему же это делал израильский народ, причем ни в одном народе мира не было таких знамений, чудес, явлений силы, мощи, любви Бога, которая должна была в аналах остаться, и люди помнили об этих чудесах, как расступившееся море, как манна, как победы э, израильских войск при Сауле, Давиде, или храм величественный, нет. Все люди люб, малейшие, при каждом поколении, каждые 30-50 лет, люди старались каким-то образом убежать от своего Бога, променять свой храм на какой-нибудь золотой храм, на какое-нибудь ветвистое дерево, променять свой золотой жертвенник – на какой-нибудь загаженный камень. Почему? Никто никогда не менял своих богов, кроме израильского народа. И этот вопрос он не праздный, он помогает понять одну важную вещь: что э, то, что мы называем религией Израиля, вовсе никакая не религия. Это везде религия. Везде разные вот, религии, у каждого народа своя религия. А в Израиле нет религии. Религия то, что непоколебимо, религия то, что передается из поколения в поколение и живет из поколения в поколение, но религия Израиля не живет. В том-то и делать необходимы постоянные усилия Бога для того, чтобы удержать народ в подчинении себе, верности себе. А в религии ничего такого нет. Какой-нибудь там волшебное дерево где-нибудь у финнов или э, у славянских племен. Ходили туда люди и ходят. И 30, и 50, и 100, и 200 лет. Вот, ну, срубило его молния это дерево. Ну, будут ходить к его пню вот, или к его бугленным вершинам. Повспоминают или там трактуют это как некое знамение с неба. Или какому-нибудь камню, вот, они до сих пор эти камни где-нибудь в Америке, в Африке, в Сибири, в Китае, эти камни есть, им до сих пор поклоняются. Какой-то там, если там есть хоть сколько-нибудь религиозные люди, они ходят это и делают, и у них никто не требует, угрожая смертью, подчитания этих камней или деревьев, только к Израилю требовали, угрожая смертью. Но люди не боялись смерти, только бы не подчиняться, это не религия. Это совсем другое. Почему? Потому что жизнь с Богом израильского народа – это отношения живые, живые отношения с живым Богом, который в Духе Святом вступает в отношения, в общение со своим народом. Чтобы жить в отношении с Богом, надо жить в отношениях с Духом, а человек – плоть. Ему тяжело жить с Духом, и поэтому ему невыносимо это состояние. От него требует быть духовным, от него требует послушание Духу, а это значит попирать все основные свои человеческие желания плотские и поступать не так, как велит плоть, а так, как велит Дух, слушаться Боги, Бога в духе. Вот что важно, ведь именно это сложно, что на самом деле служение всем остальным богам ничего духовного нет. Это служение плоти, религии это плоть, так и называет так и говорит об этом апостол Павел в послании к Галатам, это все дела плоти, поэтому они не трудны, там нет ничего духовного и быть не может. Это просто дела человеческой воли. Я хочу, я сделал. И этот Бог с маленькой буквы, этот идол, он одобряет любые дела плоти. Да, может, потребует жертвы, но, в общем-то, мне это приятно. Потому что это не входит за круг э, плотских дел, за круг человеческой воли, а Бог требует послушания себе. Он требует, чтобы человек исполнял волю Божью, а не свою. Он напоминает им о том, что он духовный и должен бороться за свое духовное существование, а не, то есть быть преданным Богу в духе, а не просто исполнять свои пожелания плоти. Поэтому боги других народов никуда не девались и им служили тысячелетиями, а Богу израильского народа служить было невыносимо трудно. Интересный образ в обличении второй главы, в 13 стихе. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, образ двух водоемов, двух колодцев, вода живая, вода родниковая, образ живой воды и разбитый колодец, сколько вы не наполняй, у вода уходит, там остается только грязь. Ну вот на дне лужи не родник, а лужа с грязью которое не может утолить, но тем не менее хоть что-то, да, вода уходит, остается опустошенный, наполненный болотистой жижей бассейн. Получается, что вот э, люди, они э, плохо сделали не только потому, что отвергли э, родник живой воды, хотя слово "живая вода" нам э, Людям евангельской эпохи очень много что говорит. Речь идет опять-таки о духе. То есть это источник живой воды, это источник духовной силы, духовных даров, духовной мудрости. И вот это то, что питает именно человека не как скота, не как грешника, а как... Сбежавшего, потерявшегося, но Сына Божьего, созданного по образу и подобию Божьему. Вот этот источник живой воды люди отвергли. Но мало того, что они отвергли этот источник водой, воды живой, они еще пытаются найти воду в другом месте, избивают себе, выкапывают новый источник, но воды в нем нету, в нем только грязь болотистая жижа, и они пытаются напиться с него. Вот это второе зло. Первое зло отвержение духа, отвержение возможности жить как человек, как тот, кто сотворен по образу и подобию Божьему. А ведь это уже было, было. Мы читали об этом э, в книге бытие в шестой главе. Ведь с этого начался потоп. Господь говорит, второй или третий стих шестой главы, «Не вечно быть пренебрегаемым духу моему человеками». То есть главный грех людей до потопа, то, что они пренебрегали духом святым, то есть они не принимали его, отвергали его, все делали наперекор ему, и поэтому пришел потоп. Они развратились страшно, потому что они методично отвергали Дух Святой. И вот здесь мы слышим э, в последние дни Иерусалима то же самое. Люди э, перестали ходить к Духу, перестали пользоваться дарами Духа и пытаются найти себе что угодно – только бы не обращаться к живой воде духа, где какой угодно суррогат, какой угодно мерзость, какая угодно скверна, какая угодно отрава, пусть, но из принципа не буду пить живую воду, не хочу и не буду, я отвергаю живую воду и хочу пить только гадость, жить только ложью, жить только с мрадом своих грехов, я не хочу благодати Святого Духа, вот, главный грех иудейского народа накануне захвата Навуходоносорами. И первый, и второй раз, когда Навуходоносор захватил Иерусалим, он был пощажен. Каждый раз Бог оставляет им возможность, чтобы они вернулись к потокам воды живой, оживотворились, напитались, ожили бы в этих благодатных потоках, и тогда Навуходоносор исчезнет и Египет исчезнет, и снова Иудеи станет великим. Но несмотря на все вразумление, на все прещения, на стоящего под стенами Иерусалима Навуходоносора, народ категорически отказывается преподать к потокам водой живы. Как питались, тоже цитата из второй главы, как пытали, питались Ложью так и будем ей питаться. Как не ходили к твоим водам, так и не пойдем. Как пили тот сурогат, ту мерзость, которую передали нам предки, так и будем и пить. Мы знаем, где потоки живой воды. Мы к ним не пойдем не потому, что не знаем, что это. Не потому, что не знаем, где это. А потому, что знаем и что, и где. Но идти к ним не хотим. И тогда город был разрушен. Не, не знание э, народа или человека приводит к гибели, а нежелание, зная, где спасение, зная, где жизнь, зная, где истина, нежелание прийти и пользоваться этой истиной, вкушать ее, пить этот свет, вот э, это и есть катастрофа, когда человек категорически отказывается, зная, где жизнь, отказывается от нее. В сущности, это такой метафорический извод того, что сказал Христос Евангелие, как Ахулена Святаго Духа. Когда люди знают, что это Дух, знают, что это жизнь, знают, что это свет, но пользоваться этим категорически не хотят. Но отказ сам по себе, отказ от живой воды, все-таки не так плохо. Это ужасно, это страшно, но это не самое страшное, потому что когда ты будешь задыхаться от жажды, ты все равно придешь, вот он этот колодец есть, и деваться мне некуда, и пить хочу, пойду и попью живой воды, чистой, прохладной воды. Вот, и я всегда могу туда прийти, всегда могу там быть. Куда деваться? Мне не противно, я не хочу вот, быть рядом с этим источником. Но жажда, она все равно доведет до этого состояния. Поэтому я вырою иные колодцы, иные водоемы и скажу, вот туда ходи. Там, конечно, нет чистой воды, там нет живой воды, но жажду утолить можно. Ты не сдыхаешься уже в пустыне от жажды. Ты попил грязи, попил из лужи, попил какой-то горькой, противной, мерзкой слизи. Но как-то суррогат, да, но что-то он с твоей жаждой сделал, она тебя не мучит. Религия, любая религия, тем и плоха, что она, не утоляя, то есть не давая человеку приобщиться к живой воды духа, живой воды Бога, тем не менее насыщает как-то его душу этой иллюзией религиозности, иллюзией того, что с каким-то Богом я все-таки общаюсь. С кем-то, пусть мне неведомо, но все-таки перед кем-то стою, кого-то сужу, на кого-то надеюсь, и этот кто-то, может быть, в будущей жизни меня спасет. Вот и все, и я какие-то свои простейшие религиозные потребности удовлетворил. И мне не нужен истинный Бог, истинная жизнь. Мне нужна, не нужна правда о самом себе. Зачем? Вот этим плоха любая религия. В ней можно найти и хорошее. Можно, но мы занимаемся не этим. Мы читаем не историю религий, мы читаем книгу пророка Иеремии. И вот эта ложь любой религии именно в том, что она как бы утоляет жажду мутью человеком выкопанного источника. Рядом стоит источник, выкопанный Богом, из него течет живая вода. Но человек не хочет пить эту воду, он выкапывает свой собственный источник, где находится какая-то мутная жижа, но жажду в пустыне, она утоляет, а больше человеку ничего и не нужно. Есть такие слова во второй главе: говорят дереву, ты мой отец, и камню ты родил меня, ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: встань и спаси нас. Вот этот образ. По сути дела, и являются ключевым. Эти слова показывают состояние народа перед лицом Бога, оборотили спину, спину, а не лицо, оборотили спину, а не лицо э ко мне, то есть отвернулись от меня, уходят от меня, смотрят на кого-то, а не на меня, не любят меня когда любят, смотрит в лицо. И первая заповедь во второзаконии звучит «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем». То есть все твое существо должно быть, должно быть обращено к Богу лицом, телом, сердцем, мыслями, словами. Ты должен быть обращен к Богу. Это первая заповедь это источник жизни для человека. Ты повернулся к свету, к воде живой, к пище, которая тебя питает, к источнику жизни, света, истины, любви. А крайней точкой противоположной будет отвернуться от него, возлюбить все, что не есть Бог, совершенно возненавидеть своего Бога, повернувшись к нему спиной. И это образ характерный для пророков, поэтому они часто, начиная свою проповедь, мы читали то же самое в книге пророка Исаия, говорят, обратитесь, люди, к своему Богу, то есть развернитесь. Все вы сейчас находитесь в состоянии положения к Богу спиной, вот надо обратиться, повернуться, развернуться к Богу лицом. С этого же начинается и проповедь Иисуса Христа, слово ⁇ Покайтесь ⁇ Оно предполагает именно то же самое, поворот, поворот, изменение, разворот к Богу сердцем, умом, телом, душой. Изменить направление. Вы повернулись к Богу спиной, значит, вы не только возненавидели Бога, вы от Него уходите. Вы идете туда, куда влечет вас ваш ум, ваше сердце, и смотрите на то, что вожделеете, и идете к тому, что вожделеете. Обратитесь, увидьте Бога и устремитесь к Нему, возлюбите значит, чтобы интенции вашей жизни, все направления вашей жизни были связаны с Богом. Повернитесь к Богу лицом, не бегайте от Него. Вот эта мысль, она важная. Это мы живем в сказочном мире придуманных иллюзий. Мы подходим и говорим, избушки, стань к лесу, к лесу задом, ко мне передом. Вот. И мы также примерно относимся к Богу с такими же претензиями к Нему, приходя, не замечая, что Писание исходит из другой конструкции. Мы становимся неправильно. Мы стоим неправильно, поэтому не видим Божьего лица. Мы стараемся им управлять, мы стараемся с Ним разговаривать, стараемся, стараемся к Нему как бы обращаться и не понимаем, почему Он нас не слышит, а надо просто развернуться. Надо просто повистать показывать Богу свою спину или свой затылок, и повернуться к Ним лицом, и мы увидим, любящие руки Отца, и увидим, любящий взгляд Отца, надо просто обратиться.